Извинений не желаете принести? Извинений нет, то есть практически никого нету. Не желаете? Ну... Слова «извинения» для представителя-ответчика, видимо, излишни. В судебных прениях он не участвовал и выглядел крайне задумчивым. А подумать было над чем. Претензии к руководству кафе «Дархан» заявили больше 40 челябинцев, и каждый потребовал возмещения морального вреда. У кого-то средней степени тяжести, у кого-то в тяжелой форме, но практически все они находились на стационарном лечении. Они не могли испытывать какие-то физические нагрузки, кто-то в спортивных залах не мог присутствовать. Зачитывание 4 томов дела заняло больше получаса. Это и документы медобследования пострадавших, и результаты внеплановой проверки заведения. Согласно этим данным, причиной того, что полсотни челябинцев загремели в больницу, стала именно антисанитария. Установлены многочисленные нарушения санитарных норм. Все санитарные нормы, установленные в нарушениях и технических регламентах, способствовали возникновению и распространению инфекционных заболеваний. Причем счет истцы выставили не только за душевные издержки. Челябинцы хотели вернуть потраченные деньги на еду плюс расходы на лечение. В общей сложности 3 миллиона рублей. Учитывая, что ответчик не предоставил доказательств своей невиновности, суд постановил удовлетворить исковые требования почти в полном объеме. В пользу Гусева Антона Дмитриевича в счет возмещения убытков 1085 рублей, компенсации морального вреда 70 тысяч рублей, штраф 35 тысяч, 542 рубля 50 копеек. Счет оказался даже более внушительным, чем тот, на который рассчитывали челябинцы. Предпринимательницу обязали выплатить больше 4 миллионов рублей компенсации и штрафов. Правда, как бизнесвумен будет рассчитываться, непонятно. Судя по всему, у нее нет денег даже на адвоката. Ну, сумма слишком большая, я думаю. Ну, это финансовый вопрос, не за то решаю. Там все равно с руководством надо будет это все обсуждать. У руководства кафе есть еще месяц на то, чтобы подать апелляцию. Тем не менее, защита считает вынесенное решение победой. Если оно вступит в силу, это станет прецедентом для Челябинской области. Такого массового иска это у нас по Челябинской области первый случай. Если будут работать, соответственно, смогут получить денежные средства наши потребители. Если же нет, ну, здесь уже вопрос будет тогда через судебных приставов решаться. Скорее всего, это не последние расходы, которые предстоят заведению. Заявление на компенсацию подали еще 6 пострадавших челябинцев. Наталья Петрухина, Сергей Олейник, 31 канал.